Около 100 деревьев высадили в Ленинском парке Махачкалы в память о российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Во всероссийской акции «Сады памяти» приняли участие члены правительства, волонтеры и общественники, в том числе представители сообщества «Сила матерей». Я считаю это очень важным, посадить в дерево память каждого погибшего, чтобы возрастающие поколения тоже чтили память. И мы бы хотели повесить на эти деревья таблички с именами наших сыновей. Завершилась патриотическая акция коллективным ифтаром. Как отметили ее участники, посаженные деревья будут напоминать посетителям парка о подвиге их близких.